life, better get out of sight. Who do you who do, bitch? Let's go. Всем привет, дорогие друзья! Это очередная серия прохождения кооператива Ниагара и Диамет. Dead Island Riptide. Да, друзья, всем привет! Мы вновь встречаемся с вами. У нас тут ответственное теперь задание отстоять наш новый лагерь. И да, мы... очередное оборонительное. Да, мы в прошлый раз как раз сделали перерывчик. Побегали, здесь все пособирали, все, как говорится, укомплектовались, подготовились к выполнению. Расставили пулеметы, да, ну, в принципе, готовы к встрече с противниками. Да, и я, наверное, уже пойду поговорю с кем-то. Если по вашему поговорить с Марвином. Марвином. Я пока проверю, что у нас. Нечего там стоять. Пошли. Двигатель очень. В общем, я так понимаю, что нам надо дождаться прибытия парома. Я хочу отсюда выбраться не меньше вашего. Но нам надо ну быть готовы. Или не дождаться, или как мы уже на пароме, что-то я вот могу понять. Они не остановятся, пока кто-то из нас не сдохнет. Где мы находимся? Либо, мы, либо не, они. Нет, ну это не паром. Так, осада станции, нет. Вызовите паром. Нам надо его вызвать и держать осаду. И уровень сложности 5 черепов. 5 из 5, что ли? Да, и в награду мы получим магнум. Не вопрос. Одну звезду? Все, готово, дальше что некуда. Что мы получим? Мне нужна пару минут, чтобы завести двигатель. Это серьезно. Соберитесь. Да, соберитесь. Да мы собрались как бы. Где же восклицательный знак? Где собраться? Соберитесь, в смысле собраться. Ну я вот, мы собрались. Я думал, там... они все побежали уже, между все, прочим. Все, погнали. Все, погнали. Я себе мальчика, сейчас говорится, всех. Выберу где-нибудь местечко. Продержаться. Угу. Да, то и в этот раз мы решили с Диамедом, что мы не будем сразу же использовать... А, вот, смотри, сила Орды растет, офигеть. Ты посмотри на это, а? Офигеть! Мы не будем сразу использовать автомат. Да, мы, наверное, дождемся, когда их будет слишком много. Ну да, уже ближе, ну, если, конечно, не будем справляться, то тогда нам потребуется помощь пулемета. А пока месть, так, пока месть. Взорвать вот эту штуку. Жди, пока, да. Пока месть ждем. Ага, и тут уже можно взорвать. Ой, меня тоже как-то отбросило взрывной волной. Ой, там пришел чувак какой-то. Разъяренный, инфицированный. Ой, куда? Он сейчас порвет сетку, офигеть. Так, попробуем. Попробуем сейчас его поменять. А это ее придется снимать, чтобы поменять. Кажется. Не, мы просто подождем, пока ее разрушит. А, вот, все, готово. Ну, хэдшот. Давай быстрее. Есть. Прикрыть тебя. Блин. Там чувак идет. Да. Там гренадер стреляет, надо его замочить. О. Готово. Ой, ребята, у нас тут. Что там у нас проблемы? О, у нас Хьюстон, у нас проблемы. Я подожди, эту возьму решетку. Да, давай закрывай. Так смотришь, да? В развалочку так и держ, главное. А она не может бежать, блин. Так, патроны для винтовки. Отлично. Достижение у меня какое-то открыто. Да? О. О, боже ты мой. Что там? У нас серьезные проблемы. Со всех сторон прут. Противники, и кроме так, того... Так, нужно брать вот эти вот, взрывать их. Где? Все кончились, что ли? Вот есть одна. Я буду... Подождите, ребята. Так. Тут просто со всех сторон лезут. Там только нужно, чтобы все отошли, потому что я... Ой, у нас эта сетка провалась. Черт. Если у тебя есть запас... есть запас, ставь. Есть, есть. Ну ты, подожди, сдерживай. Зарядка. Ну давай, короче. О, блин. Ну, давай. Ау. Он мне не дал поставить. Сейчас я разберусь. Так, блин, тут еще одна. В общем, как говорится, успевай только. Ну да, я поставила. Успела. А почему я не могу взять? Ты можешь взять эту сетку? Да, могу. А почему я не мог? Что за байда? Занят.
Так, сзади, сзади, сзади. Мину, сейчас я поставлю мину. Давай. Так, раз. Наша. А, я могу, вон, смотри, взорвать. Оу! Во! О, блин. Идут! Идут. Не то слово идут. Осторожнее там! Так, слушайте, я могу еще поставить. А вот и они! Стой, 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 стой! Оп! Ты бросил или что? Да, я бросил Грину. Поперли! Так, я где? Отлично. Ну что там, он все, полег. Надо ладно, быстро ставить. Тихо! Ты кому там кричишь? Блин, так они машутся вокруг меня. О, отлично. Кстати говоря, почти половина уже прошла. Ну вот, видишь, мы вот пока неплохо держимся, но мне надо забывать. Вот здесь прорвалась решетка. Ой-ой-ой, там наверху, наверху. Так наверху и внизу тоже. А, блин, парни, прикрывайте. Я пока закрываю. Все, есть. Фуф, нормально, есть. Два каких-то фиолетовых черепа, так, уже один. Так. О, молодцом. Так, есть тоже нормально. Угу. Вот эту штуку можно взять еще, если что. Положить куда-нибудь к сетке, и если они начнут прорываться, мы их тут положим. Дай-ка я ее сюда брошу. Аккуратнее, аккуратнее, я поставил мины. А, вон они, смотри где. Отстреливай. Ты мины там поставил? Угу. Блин, нам близко тогда не подходить. Прорвались. Почти. Спокойно, спокойно, спокойно. Я здесь ставлю мины. Тут главное самим. Так, ты наставил, хоть скажи, где. Где не подходить-то, к решеткам? Ага. Вообще, блин, да, к решеткам не подходи. Вижу. О, блин. О, что это они такие резвые-то? Офигеть. Так, как у нас там дела? Тут, наверное, нужно поставить... О! Поставить еще одну. Он пробежал мимо. Хедшот. Ух ты, они с оружием носятся, обалдеть. Так, что-то я... Ой, слушайте, ко мне, знаете, кто пришел? Мясник. Подсобите тут с ним, а? Да-да-да, сейчас, секунду. Меня тут тоже пытаются замочить. Ой-ой-ой, еще один мясник. Ой, жесть, может уже к этим, нет? Рано? Рано-рано-рано. Рано-рано, два банана постучали в ворота. Так, слушайте, а есть чем закрыться? Да, есть чем. Сейчас я закрою, подождите. Да, стойте, стойте. Ставим. Так, мне бы боеприпасы. Да ты что выбросила-то, бери. Так, ой. Коса. Ведь не нужна коса. Коса? Косить? А, косить, да. Блин, у нас там Сэм Харди вместе с еще одним Сэмом. Вообще стоят просто, нифига не делают. Да, тут многие стоят просто, я тебе скажу. Мы тут отстреливаемся. Ну, по крайней мере, патроны для винтовочки. Они у нас появляются. Ой, не то сделала. Мясо, мясо, мясо. Ага. Ладно, мы таки еще ходим, подзаправляемся. Так, вот что есть вот еще? Вот сюда вот. Коктейль Молотова, ну, мне пока, наверное, не надо. Так, а, подожди-ка, они там сверху, я что-то думаю, что такое? Музыка идет, да? Я пойду, ну, конечно, туда, вот здесь. Они что там, нас прорваются, нет? Да они там сражаются с Харлоу. А, вот оно что. О, все, прикончил их. Это что? Что? Это что? Так, я беру пулемет. Я как раз возле него. Так, я беру ядерное свое устройство, все. Пора, ребят. О, господи, господи. Сколько же вас здесь? Так, и где они? С какой стороны они пойдут? Они внутри, что ли? Они внутри. Очуметь. Как? Коси, я там даже не вижу, наши, не наши. Короче говоря, да, придется использовать пулеметик. Так, а что они меня коцают-то? Они мне не помогают. Да, блин. Меня убили, конечно же.
Потому что меня тут это не прикрыло. Крикун! Харлова. Ага, это у нас новый какой-то противник. Крикун появился. Так, ну ладно. Ах ты, блин! Жесть. Гашка башка просто разрывается, да? Гасите ее! Все, есть. Так, осталось последнее. У меня еще... Так, 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 внизу еще какая-то борьба тут. Все. Все? Да, мне кажется, все. А, вот, по-моему, паром пришел, да, вот он. Нам надо уходить. А я-то думала, будет жестче. Ну да. Мы, в принципе, вполне могли справиться и без пулеметов. Да, кстати говоря. Вот и конец. Вполне себе. Китайский. Так, собираем, собираем все, что... Все, что еще плохо лежит. Собираем все, что... Так, осада станции, все, собираемся на пароме, да? Палец уплываем. Да. Плываем в Хендерсон. Вот он, Хендерсон, наконец-то. А что, мы так туда стремились, да? Да. Ну! Местечко чем-то, знаешь, напоминает итальянский городишко. Ага. Я тебе скажу, что мы готовились дольше к этой битве, чем бегать. Да, ты прав. Ну, это всегда так бывает. Но, видимо, хорошо подготовились, потому что мы отстояли очень даже неплохо. По-моему, ни разу даже не погибли. Не, ну меня пару раз завалили. Ну и то. А-а-а. Я пока стреляла из пулемета, меня зомбачка колбасила, и меня Харлоу не прикрыла. Она что там пыталась? Ну, как-то очень плохо пыталась. Угу. Тихая гавань. Ищите убежище. Мы только здесь ищем убежище. Ехать, пока не найдем. О, магнум, магнум, магнум. Может, мой родной. Хватай. Так, да, а что у нас по... Подземная станция Пина. Это что, можно взять задание? Я хочу вернуться. 1526. Ага. Весь город кишит этими тварями. А мне? Что ты, что такое? Умение надо прокачать, во. Умение прокачать? Да. Умение и... Подожди, а что у нас за задание? А, обезопасьте причал Хендерсона. Нифига себе, у нас сколько целей. Да. Мрачное зрелище. О, очень там надеюсь, столько этих. Сюда еще не добралась. Так, мне бы, конечно, верстачок бы. Да мне бы тоже. Ну ладно. Спаси нас и сожги. Паромная станция Пинай. Так, много патронов, может быть, прикупить. Марвин. Ну, кстати говоря, с ним можно поболтать. Надо найти безопасное место? Да, желательно. Мой герой предложил какой-то старый сарай. Ага, спасибо, дружище. Только мы укроемся в кинотеатре. Я постараюсь... В кинотеатре они укроются. Да, в кинотеатре. Мрачное кинотеатр зрелище. Наш будет очень... последним убежищем. Ага, то есть нам сейчас покинем. Здесь нужно все обезопасить, а они пока угу. будут отсиживаться в кинотеатре. Нет, ну до кинотеатра они должны еще добраться. Я имею в виду, что кинотеатр будет для нас последним убежищем, с которого мы улетим отсюда. Глядишь, найду что-нибудь полезное. Эдшит. Что там уже? Уже чат, ты что-то тут ничего не собрал, сразу побежал. Да я тогда решил пострелять, там просто слишком высокий парень. Высокий парень. Ух ты. Ух ты. О! Ты что опять сделал-то? Вот это было жесть. Я бросил, короче говоря, красный вот этот вот красный баллон. Ага. Но так получилось, что я нажал два раза щелчок, и поэтому я одновременно и бросил, одновременно ага. и выстрелил. Соответственно, подорвал нас с тобой. Ну, я вот так вот сделать хочу. О, смотри, как хорошо. Хорошо горит. Давай посмотрим сейчас. На огонь. Продемонстрирую вам жаркое. Ну, чё, но долго... у них слишком много хп, чтобы мы стояли и смотрели, пока она долго там горит? Сгорят. Так, что-то у вас многовато, конечно, здесь. Так. Мне придется поработать немножко. Ты там внизу, что ли, да? Ну, я немножко дальше прошел. Ладно. О-о-о, побежали, побежали. Да. Тихо! О! Я чувствую, чем-то запахло жареным. Жареным запахло. Ну что ж, пора наконец-то применить свою супер-стратегию. Супер-пупер? Давай. Так. Их Ох. Более 9000, нифига себе. Кого?
Не знаю, я получил какое-то достижение. Ты более 9000 убил, наверное, уже. Ну, наверное. Да мочи ты, блин! Такие возгласы, мочи ты, блин. Как же так? Я еще врубил команду ярость, чтобы мы с тобой получили побольше опыта, но... Увы, после моей смерти все это аннулировалось. А, они там сверху бегают. Да, там остатки... Былой роскоши лежит. Зомбаков. Так, надо сейчас, я думаю, взять китайский меч. Я, кстати, тоже теперь получила эту прелесть, китайский меч. О, отлично. Ой, что там такие шипения. А, кстати говоря, здесь верстак. Надо будет проапгрейдить наш револьвер с тобой, Магнум. Ага, да, у него апгрейд. И вполне возможно, что он заменит пистолет. Бац, и беги, нет. Так, забираем. Там еще девушка тусуется, сейчас к ней схожу. Эй, мадам. Может, она там что-то распродает? Почему китайский меч похож, я не знаю. Какие-то виллы. Разлетелась голова. Китайский меч. Мы, кстати говоря, по-моему, всех и прикончили. Да, водичка. О, консервы, отлично. Такие ходим, перемочили, тут везде кровища такая, ноги разлетаются. О, водичка, о, консервы. Такое ощущение, что бездомные пришли домой, чем бы поживиться. Так, что там делаешь, пытаешься взломать? А ну открывай, санинспекция пришла. На, да. Блин. Вломились такие. Ни хрена себе оружейный магазин. Верстак. Или нет, или это не оружейный. Давай я кассу беру. Ты не знаю. Мне чуркасса. Касса. Тут патроны, алкоголь. Если тебе надо, сзади вот там. Что там? Патроны. Так, патроны смотрим. А, для винтовки. Нет, у меня полный боекомплект. Ну, мы потому что только что из лагеря. А, так говоря, вот он. Да, вот он там еще чуть внизу лежит. Так, сейчас отремонтируем кукри. И модернизируем Магнум. Яд, гроза. Нормально, 2722. Его можно спокойненько использовать вместо пистолета. Хотя нет, пистолет все-таки побольше. Ну ладно. Модернизировать дробовичок. Может быть еще так, качать. Поставим. О! Все равно Магнум, мне кажется, поубойнее, чем пистолет. Ну конечно, еще бы. По идее, как бы, да, должен быть. А там не знаю. Так, шокер. А, вот шокер, денег. Блин. Ни разу не попользовались шокером. Надо все-таки 5 вот этих вот зарядов использовать. Посмотреть, насколько он эффективен. Может его продать к чертовой матери, чтобы он не занимал места. Так, а что тут у нас закрыто? Мы туда не можем пойти. А, я не знаю, у нас отметка вот здесь вот. Прямо вот здесь? Ну да, вот флаг. Да. Внизу, значит, пойдем. А, может быть, да, действительно, внизу. Нет, ну, в принципе, мы как бы обезопасили вот этот причал. То есть они, в принципе, ну, да. Могут быть спокойны. Ну, а, что? Нет, ты прав. Вы права, да, внизу. И не понял. И? А может вернуться к ним? Ну, да, нет, флаг показан обратно. Сейчас я отдам консервы. Сейчас. Давай, давай, поговори с ними, пока я тут похожу. Может, еще вот в эту зайти дверку. Что там? Что это тут? Что это тут? Ну-ка, открывайте. Вот там как-то интересно. У нас почему-то флаг вот над этим чуваком. А чему? Чувак, ты кто? Ты чей? О, господи, что-то у тебя взгляд такой. А, все, вернитесь к Карлу. Это, ну, просто затормоз. Ну, походу, в игре. Так, и какое-то задание мы тоже можем сдать, походу второстепенное. Здесь было много. А, консервы. Еще консервы я нашел. Отлично. Отдавай. Так. Харло. Весь город кишит этими тварями, так что нам нужно безопасное убежище. Может быть, кинотеатр не такая уж. Да, видимо, нам надо попасть именно туда. Ну, они все говорят про этот кинотеатр. Мрачное зрелище. Только там мы еще не были. Так, мы переписывались. А, ну вот, видишь, как раз вот этот вот склад. Надо провести разведку. Ух ты. Новенький в городе, поговорите с Марвином. Так, быстрый переход.
Угу, все, активировали. Я дейзик нашла. Дезодорант. Дезодорант нашла. Шикарно. Да, вообще. Электронный хлам какой-то. Когда мы убедимся, что в кинотеатре безопасно. Господи, так, да. Марвин, проверьте кинотеатр. Генри. Так, а у Харлоу тоже какое-то задание. Найдите убежище. А какой из них нам нужен-то, я не понял. Не знаю. Давай, Харлоу. Давай. Кажется, полковнику придется придумать... Город захвачен, полковнику придется придумать новый план. А, поговорите с Марвином. Я никуда не пойду, пока не найдем без... Ну, собственно говоря, она опять нам говорит, что надо поговорить с Марвином. Так, здесь модификация циркулярный топор. Точки брутальный дробовик, пистолет. Подожди, обоюда. У меня уже 42-й, так. О. А, вот, смотри, старый кинотеатр у Жаклин. Окон нет в здании, так что если забаррикадировать двери, внутри будет относительно безопасно. И там есть кафе. Так что можно на какое-то время там осесть, я так понимаю. Я пока себе выбираю оружие, что-то мне хочется такое взять. Угу. Нож, нож, брутальный серп. Блин, не хватает так. На него, жалко. Пожарный топор. Короче, мне надо продать то, что мне не надо. Медикаменты. Ну вот, нам надо найти кинотеатр с тобой. Угу. Так, сейчас я тоже продам все ненужное. Да, потому что я таскаю с собой слишком много этого ненужного. Китайский меч. Китайский меч тоже неплохая штука. Дробовиков Краса, что-то у меня. Пистолет, магнум. Мне, в принципе-то, продавать-то особо нечего. Да, у меня 3 дробовика. Нифига себе. 2900, ого. Так, 2600 продаем тогда. Пистолет. Да, что-то ничего такого интересного нету у них. Китайский меч 800. Так, сер брутальный нельзя взять. Ага, 700. Тогда вот это убираем и берем. Здесь должно быть какое-нибудь себе. Я пока, наверное, лишние гранатки надо продам. Ага, давай. Зубковые, например, которые мы не используем. Нафиг они нужны, занимают просто место. Угу. А там с каждой по $33. Поди плохо. Китайский меч. Так, и что у меня еще не взято? Так, короткий дробовик. Ага, я его не могу взять. И это не могу. Так, ядовитую бомбу пока оставим. Оглушающая бомба. Тоже продам. Мне надо побольше гранат. Вот гранат, взрывающийся, ага. Мин там, что-нибудь такое. То есть, я так понимаю, нам на сдерживание не особо надо. Марвин хочет какие-то... Да, возможно. Он считает, я, того, в принципе, все. Могу топать. Так, звуковая мина сейчас, секундочку. Жаклин еще жива? Здесь должно быть какое-то... Мрачное зрелище. Мина. Ладно. Я очень надеюсь, что инфекция сюда еще не добралась. Погнали, нам что, опять наверх, да? Угу. Вы с Марвином. Сейчас я посмотрю боеприпасы, по-моему, у меня... По-моему, все нормально с ними. Ну давай, я тебя... 50, 60. Нужен ключ 20. От ворот. Ну да, погнали. Ключ от ворот нам... здесь нужен. Откройте ключик, ворота. Ключик, да. И каким образом? Эх, топора нет. Контрольная точка у нас, кстати. Что за погода на этих островах? Полный капец. Ну зато посмотри, какая прекрасная атмосфера, а. Ну, я бы здесь остался. Если бы здесь не было зомбаков, реально можно было бы отдать. Как нам туда попасть? Нам нужны ключи. А где их взять? Нам нужны ключи. Я так понимаю, что они должны быть вот в соседнем помещении, раз у нас здесь зеленая зона. Я уже близко. Ага. Давай искать их где-то здесь. Давай. Так. Кто первый найдет, да, тому и... Какие-то журналы. Я нашла. Ну вот, все. Пойдешь первый. Как говорится. Да ладно. А я пока попробую свой электрошокер. А в дождь самое то электрошокером бить. Ну, мне кажется, это вряд ли поможет нам. Если был бы дождь. Ой. О, восставший из мертвых. Спать. Смотри, что я творю. Ой, прыгает просто на них, смотри. Ну, да, что-то электрошокер. О, сейчас я тебя под зад. Полетела, мой родной. Сзади у тебя там чувачок. Смотри. Все, готов. Ну-ка. Готов? Готов, чувак. О, смотри, 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 смотри. О, замечательно. Я же говорю, в дождь, что это очень даже неплохо. Да, ну, у меня, в принципе, с таким же свойством есть и кукри.
для электрошока, поэтому пока, наверное, не буду его использовать. А возьму старую добрую винтовочку. Так, я уже вижу. А, магнум, цель. Магнум, вот, кстати говоря. Спробовать хочешь? Да, надо пробовать. Насколько он убойный. Ну, на нем я не буду. Ой! Что такое? Он что-то резво на меня побежал. Я не ожидала такой прыти. О, красота. Ой, ну что, ребята. Блин. О. Еще бежит. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, блин. Очуметь. Чего они такие резвые? О, я, это я хотела сделать. Ну, в этот раз я даже двумя ногами прыгнул, не просто так раздавил его. Так, что у нас здесь за указатели? Forestation, вот, смотри, Old Town Cinema. Ты у нас как специалист по английскому, должна перевести все. А точно. Кто тебе сказал, что я специалист по английскому? А, то есть ты не знаешь английский, да? Нет. Все, я тебя раскусил. Не надо меня кусать. Так я не кусил, не кусаю, я просто раскусил. Короче говоря, путь к старому кинотеатру у нас в том направлении. Mm-hmm. О, Панк Хендерсон. Кстати говоря, как насчет того, чтобы зайти и снять деньжата? У меня там, по-моему, счет открыт. Да то что? Mm-hmm. А здесь у нас какая-то лесенка. Так. Просто... А, там верстак у нас, кстати говоря, если тебе надо. Магнит. Нет, я тут еще что-то нашла, что это почтовую открытку я нашла. Фига. Что, в открытку? Да. Пишите письма мелким почерком. Мне нет, пока верстак мне не нужен. У меня все хорошо. Ну, да, мне, в принципе, тоже. О, щит! Свалился, что ли? Ага. Ногу сломал. Голову! Постарайтесь не двигаться. Нет. Вас надо малость подлатать. Постарайтесь ты... не двигаться. По-моему, ты меня не оживила, нет? Нет, как ты не оживила? Потому что я потерял 3,5 косаря, неплохо ты. Ай. Так, ну и чё, где у нас, как нам туда попасть-то? Мы идем по дороге. Ага, ладно, лезвие, что такое? Так, не понял, а там чё? Гавань. О! Иди сюда, иди. Ходи сюда, родной, да? Подходи. Отошел. Подошел. Да, здесь классно, кстати говоря. Да, мне тоже эта локация нравится больше, чем... Радует глаз, я бы так сказал. Не приелась пока еще. Че мертвого подстрелил? Не, вообще-то это я его убил, не надо. А, да, он хотел встать. О! Нифига себе, у меня теперь новая способность. Раньше я просто втаптывал каблуком. А теперь нам я просто сюда прыгаю. Похоже, да? А, там у нас наверху тоже верстак, но... Там что-то такое лежит. О-о-о! Че такое? Не знаю. Ты упал или что? Нет, я не упал, меня тут пытались нагреть сзади. Я от испуга переключился на китайский меч и убил. От испуга переключился на китайский меч. Я зачем-то с кирпичом. Не знаю, возьми кирпич. Пошли строить. Вот, кстати говоря, смотри, опасный дробовик. Надо тебе? Да у меня этих дробовиков уже, я вообще не знаю. Нет, ты смотри по урону. Ты, если помнишь, мы тоже с тобой так, ходили много винтовок. О, здесь есть денежки. Денежки? О, кошелечек, отлично. Ремонтируем, ремонтируем. Так, ну и что у нас там модернизировать? Брутальный серп. Все еще. Я, наверное, до него так и не доберусь. Он 54 уровня, у меня сейчас только 42. Ну, может быть, не знаю. Да. Да, что-то как-то пустовато здесь. Ну да, это не камильфо. Где все, ребята? О, что-то я с вами нашел. Воркшоп. Все, хватит. Так, о, а что совковая лопата тебе не нужна, кстати говоря? А ты где вообще уже? Вообще шикарно. Как ты там оказался? Ну, во-первых, я спустился. Это первый этап. Для начала, да? Первый этап, да, нахождение совковой лопаты. Надо спуститься. Окей. Так, потом еще раз спуститься. Ага. Ну вот, видишь? Я зачем? Зачем он взял кирпич? Нет, ну что, будет прикольнее, если ты просишь его. Так, вот иди сюда. Здесь у нас куча всяких магазинчиков. И совковая лопата. Я, в принципе, ее возьму даже. Нет, вторую оставлю тебе. А зачем лопата?
Ну, для продажи. Я, в принципе, все забираю. Угу. О. Ага. Детальки. То есть можно вот прям. О, смотри-ка, фото на память. Каберне Савиньон 1977 года я набрал. Нифига себе. Слушай, да мы с тобой уже богаты. Открыть. Сейф. О, а я сейф нашла. Так, о, обчищаем кассы. Нормально. Такие мы это стали мародеры, мне кажется, уже. С этой игрой. Да просто вообще реально. Вот если случится апокалипсис, мы уже знаем, что делать. Заходим и просто начинаем все обчищать. Первое дело. Так, ладно. Кажется, записка. Послание в бутылке. На крыше церкви. Сюжетный какой-то предмет нашел, нифига себе. Да. Ух ты, а что тут так весело? Не знаю. Во-во-во-во-во-во. Отошел. Отошел от меня, видишь-то. Давай, гаси вот этого. Опа. Блин. Медленно. Ух! Так, сзади нет никого. Топление, ты что тут? Что-то мне как-то этот китайский меч не особо нравится. Он долго размахивается. Надо продать, у меня тоже есть. Хоть я его и, конечно, усовершенствовал, прокачал. Но что-то как-то не в восторге от него. Так, и что-то у меня куда-то магнум делся, какого черта? Какого черта? О! Что из рюкзака выпал. Бежит, бежит. Где? О, еще один. Отошел. Отошел от меня, да, все. Какого? А я нашел бутылочку. Может, нам немножко отдохнуть, да? Да. Сделай перерыв. Не, кит-кат у меня нет, извини. Я про бутылочку. А, то есть ты про серьезный уже перерыв. Нам нужен серьезный перерыв. Ну, ты, ну если там серьезная бутылочка, то серьезный перерыв. Ты что, у меня два крутых виски. Или что я там нашел 77-го года? Блин, магнум это просто чудо. Да? Особенно если попадаешь в голову, на бегу, тот может просто-напросто совершить сальто. Хорошо, гаси, да? Нет, только не вы. Офигеть. Воу. Ловите. Так, он куда-то убежал. Эй. Фух. Чё за фигня? Помоги себе сам. Помоги себе сам. У меня открыто это достижение, или как оно там? Ну, если не... Да, никто, кроме нас. Помоги себе сам. Оп! Оп! Спокойно, парень. Остынь, да? Да, второй еще проснулся, пока я на того прыгала. Зачем ты на него прыгала, скажи мне? Ну, там предложили, хотите прыгнуть ему на голову? Я, конечно, хочу. Конечно, да что? Это же мечта всей моей жизни. Я здесь только за этим. О, смотри-ка, ребят. О, черт, подожди, дай-ка я брошу в них коктейльчик. Отошел. Отошел, отбери. Ой, слушай, нет, кажись, надо брать уже дробовик. И просто вести отстрел. Эй! Лучше и серпом. Да, гаси! А мы, кстати говоря, нашли. О! Нет! Твою ж мать! Тихо! Не дергайся! Меня зажали! Не дергайся! Блин, что это за тварь? Это что, тиран? Что, простите? Это же тиран! Оу, жесть, мне что-то сразу так плохо стало. Нифига себе. Чувак, смирись. Че, у тебя опять загасился? Ага, он пнул меня просто. Да, офигеть. Ну, мы тут, кстати говоря, от него сныкались очень удачно. Только к нему не надо близко подходить. Ну что, сейчас мы разберемся с ним. Так, кончились патроны. Да, замечательно. Воу! Воу. Он на меня агрится, пусть идет ко мне. Ты его на себя зря привлек, он здесь стоял очень хорошо. Да я заберусь наверх, подальше. А он идет ко мне, пусть идет. Сейчас я ему кирпичом по башке отдам. На. Рамулик. Давай. Он такой, да мне пофиг. Да пусть, сейчас тебе пофиг. Пусть сгорит моя эта, как ее, смирительная рубаха.
Вы... Да, тело ничто по сравнению с душой. Ну, по крайней мере, деньжат с него забрали. Путеводитель по острову. Так. Там иди покушай, если хочешь. Конечно. Там яблочки есть. От него осталось... Растущим организму, да? Зажигалка. Так, это что? 56. Кстати говоря, с тобой дошли уже до кинотеатра. Шустро. Да, но... Кто там орёт? Пароход закрыт, поэтому мы с тобой должны найти альтернативный путь. Тихо. Если... Кто там орёт так громко? Так, пожалуй... Можно я... было, кстати, гранатами гасить еще этого чувака. Можно было, да. Глядишь, но у меня их не так уж много. Ну, тоже верно. Я все-таки предпочитаю на массовые. Воу! Чё? Твою мать, опять этот крикун, блин. А ты где? Я уже не знаю. Иди сюда. Не ходи туда. Что там? Блин. А где крикун, кстати говоря? Да вот, посмотри, куда я стреляю. Он там, что ли? Да, он за гранатой. Стой, я брошу гранату, если долетит, не ходи. Ох, нифига себе он вылез. Куда оно улетело-то? И... Какого черта меня отбросил опять, непонятно. Че ты где? Подожди, а кажись, тишина. О, нет, да! Что происходит? О, блин. На, давай. Все, завалю. Ага, засунул револьвер ему прям в глотку. Магнум или что? Магнум, да, я сейчас пока с ним хожу. В принципе, так основное оружие для себя выяснил и выбрал. Нам надо с тобой в обход пойти вот. Да, вау, нормальные герои всегда отвали. Идут в обход. Ого, отвали. Чувак, ты лагаешь вообще по полной программе. Как-то вот здесь вот нам надо обойти. Вот, да, вот это здание. Детали устройства. О, проснулся. О, господи, здесь куча трупов. Паренек справа. Ага. А вот тут я что-то вижу. Вон, на меня кто-то бежит. Ну давай, иди сюда. Да блин, что-то они как-то лагают, я не знаю, непонятно. Да, кстати говоря, я тоже заметила, что стало подлагивать. Сервис? У меня особенно... Стим... Да. А, наверное, пятница, вечер, стимы все играют. Это да, самое. Ей-ей-ей, что-то с графикой пошло. Нифига себе. Сильно у меня было на этом, который орёт-то. На нем видно было. Какие-то черные ползы. О, тут. Ну-ка иди отсюда. Нет. Так, пошел к черту. Да господи, что ж они все такие приставучие-то. Ой, тетка какая-то. Тетка. Или это мужик, я уже забыл. Тетка или мужик. Нет, ну тетка, ладно, но мужик, ты куда ж ты лезешь-то, родной мой? Да все туда же. Так. Ох, как красиво. Шикарно, да? А там смотри, их еще сколько. Ага. Ну-ка иди сюда. Ой, я бандита повстречал, нифига себе. Ой, я к вам пока не пойду. Огнестрельное оружие 5 уровень. Класс. Ну я его, в принципе, неплохо сношу. Так. Ай, блин, патроны закончились. Все, убил. Неплохо сношу, ай, патроны закончились. И мы, кстати говоря, с тобой добрались. Дожди-ка, я тут еще одного хочу завалить. О, красота. Прикинь, прямо в голову. Такой смачный хедшот. Вообще четко. Так, пока у нас боеприпасов нету для револьвера, да, я так понимаю? Ну, да, скорее всего. Придется довольствоваться дробовиком. Потому что все-таки автомат не хочется тратить. Так, вот лестница. Вот эта вот лестница, наверное, на... Нам наверх? Да, давай, забираемся наверх. Ну, даже с таким уровнем, который есть у нас, мы неплохо проходим. Ну и противник, он соизмерим, естественно, с нашим общим уровнем. Хотя, да. Конечно, наверное, больше ориентируется на мой. Думаешь? Потому что, что монстры, ну, такого, 50-го, там, 51-го, 52-го. Так, что это тут? О,
Что это крыша, крыша на... Что тут? Подожди. Так, на что-то они хотят поменять. А вот на это можно поменять? О, штурмовая винтовка. Да ладно, ребятки. Да. Все. Такие побежали сразу прокачивать. Все, дела идут. Так, что-то я не понял. У меня еще одна автоматическая винтовка. А, это автоматическая, а там штурмовая. 9114, 6912. Ага. 6736. Ну, не знаю. Так, это что такое? Удерживать. Так, ну ладно, сейчас мы возьмем. Я что-то тут завела шарманку какую-то. Не знаю, зачем. Что-то завела? Какую шарманку? Ну вот там стояла эта вот штука, пыхтит, которая. О, смотри, что у меня тут есть. Пулемет. А зачем он здесь? Ну это для финальной битвы. Ага, ладно. Именно отсюда мы с тобой улетим. Ну это такой, да. С крыши отсюда, да. Ладно. Ага, Карлсон за нами прилетит. Волшебник в голубом вертолете. Ну или так, да. Угу. Что мы сейчас здесь должны сделать? Мы должны проникнуть в кинотеатр, надо... Ну вот, видимо, ход, я вижу. Ход. Угу. Тут есть пепси, хочешь? Давай, конечно. Другое дело. Йоу, новый уровень. О боже. Так, что-то слишком много черепушек появилось. Я в Рикарде, но тут полно инфицированных. В городе завершено. Придется с ними разобраться. А, мне кажется, мы должны очистить, да, зачистить здание. Да? Уже в этом кинотеатре все-таки... Ты подожди, может, надо тут коктейльчиком воспользоваться? Есть у тебя? У меня граната есть. Так, граната? Надо бросить. Оба-ба-ба! Пошел вон! Меня тоже откинуло. Мочи вот эту. Не, ну мне кажется, даже коктейль молотова сейчас уже не актуален. Он стоит очень мало. Она идет, по-моему. Нет? Это так просто, чтобы задержать, может быть. Да. Поэтому сейчас я... Во-первых, надо... О, бегут! О, услышали! О, жесть! Вали их чем-нибудь, не знаю. Какого черта? Да почему я не могу ничего взять-то? Надо было минировать вход. Да я-то откуда знал? О-о-о, ребята! От вас спасет только винтовка. Да жесть. Хорошо, что а что, где есть, все мои аптечки? Я не поняла. Нет, так, или гранаты взять, я что-то не знаю. А ты где вообще? А, так нифига себе, убежала, главное. Я не убежала, меня же убили, меня откинуло. А, тебя убили? Конечно. Да пошли вы нафиг! Блин, у меня боеприпасы заканчиваются. Отходи, я там гранат набросала. Ну какой? Подожди, не ходи. Ты бросаешь, а потом говоришь. Все, пошла граната, уходи оттуда. Спасибо. Блин. Да ты что, ты просто вообще, я не знаю. Ой, я не могу. Так, ну-ка, прыгни. О! О, как хорошо прыгнул. Тусовка. Есть чем минировать вход? Нет, уже нет, я же продал все эти мины. А здесь, кстати говоря, не так и много уже, по-моему. Да мы всех практически перебили, там остался последний, по-моему. Да? А где он? Наверху, что ли? Он... Нет, он внизу. Где-то внизу. Ага, вот он. Ку-ку, ё-моё. Водичка. Всё, готов. Водичка, попкорн. Отлично. Огневая мощь. Я чувствую, что здесь тоже будет есть чем поживиться. Да. Мне нужны патроны, конечно. Мне очень нужны патроны. Ну что, посмотрим? Мне бы тоже пригодились. Так, я опять что-то тут буду сейчас, похоже, выламывать дверь. Угу, давай, я пока здесь осмотрюсь. О, как насчет бара? Так, быстрый доступ. Я внутри. Отлично. Ты смотри, там аккуратнее, там должен быть противник. Да. Я вижу.
В вестибюле все бриллианты, через... смотри-ка, я нашел бриллианты, нифига себе. Ого, поделись. Так, это что такое? Дробовичок. 1000. Нет, не хочу я его брать. Так, куда ты зашла? Ну-ка, дайте-ка мне тоже посмотреть. Давай, посмотрим. Тут еще, о, патроны для дробовика. Сейф есть. А тут вообще в сейфах везде пусто. Да. Тухляк. Что-то как-то пустовато. Наверное, обчистили все для нас. Ага. Так. Ну и, в общем-то, тут... умений. Все. Это надо прокачать, прокачать уровень. Урон от огнестрельного оружия, вот. Надо подкачаться. Качнуть. А подожди, нам ниже еще, что ли? Да, нам надо вот сюда вот налево, налево повернуть. Ага. Нам Харлоу сказала, что здесь, возможно, будут выжившие. Вот, судя по звукам, они какие-то не выжившие. Ну, готовься, как говорится. Ну, я перезарядилась. О! Как я приложила ты его? Ух ты! Да ладно! Я бандита завалил буквально с 3 выстрелов. Да я в него стреляла из винтовки, потому что... Нет, ну вот всегда приятно обламывать. Вот скажи мне, вот как так? Вот смотри, видишь? Поговорите с Жаклин. Вот я про нее как раз и говорил. Вон она там наверху. Ага. Как она здесь с ними тусовалась-то? Ну, видимо, заперлась. Заперлась? Жаклин Фантом. Че, где она? Наверху, что ли? Ага. Да, надо с ним подняться. Ох, так, такой кинотеатрик. Ну, как раз кинотеатр называется у Жаклин. А это, наверное, владельца. Непосредственно кафе. Ну, окей. Она нам откроет дверки-то? Открыла? Не знаю, посмотрим. Ох, ты посмотри-ка здесь. Куча этих вот пленок. Она. Куча так, пленок, верстак. А патронов нет. Да, к сожалению. А, блин, вот если бы представь себе, вот. Вместо этого проектора был здоровенный пулемет. Вот здесь есть патроны. А, вижу. Дробовик, что там еще? Лезвие. Дробовик, какое-то. Лезвие. И, по-моему, все, да? Да. Ну что, давай с ним поговорим? Давай. Не из Хендерсона. Штатов. Нам с ребятами просто негде укрыть. Я из Штатов, да. Мы хотели спрятаться в этом кинотеатре. Просто решили вот прогуляться, да. У нас был тур заграничный. Все входы, чтобы эти так, что-нибудь, не, ну еще можно поставить туда. Ой, это за кадром сделают. Тут что-то у меня для столько... Для ее активации вам понадобится ключ от столько старушки. Барахла скопилось. Обезопасьте передний вход в кинотеатр. Мы это сделаем в следующей части. Да, мы с тобой уже, в принципе, близки к концу, к финалу. Поэтому... Угу. Пожалуйста, защитить переднюю дверь. Ладно, поторопимся, но в следующей серии. Ну да, я думаю, мы что... Мы пока тут посмотрим кино. Отнесите ключ к задним ставням. Что-то я не понял. У нас слишком как-то много заданий. Пока эти твари снова сюда не пробрались. Твари не пробрались. Еще раз спасибо. Они проберутся. Если бы не вы, я в первом ряду. Да, 3 таких вот подзадания. Да, ладно. Мы с тобой сделаем уже даже в следующем выпуске. Так что всем до скорого. И да, друзья, спасибо. Спасибо за все. За все. За все. Пожалуйста, всем пока. За то, что я живой. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Жаклин. Спасибо.